Крупное ДТП в Кизлярском районе. По уточненной информации, 3 человека погибли, еще 13 пострадали, в том числе 9 детей. В результате аварии с участием грузовых автомашин и школьного микроавтобуса у села Рыбалка. Все пострадавшие доставлены в Кизлярскую центральную городскую больницу. Состояние 4 троих детей и одного взрослого оценивается как тяжелое. Они находятся в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. В Кизлярскую ЦГБ уже выехали специалисты Дагестанского центра медицины катастроф в составе детского нейрохирурга и детского реаниматолога. Также в ЦГБ Кизляра в срочном порядке направлен заместитель министра здравоохранения Салман Ахмедов, который поможет врачам в организации экстренной медицинской помощи.